Всем добрый день! В очередной раз встречаемся с вами, чтобы укрепить свое здоровье, потренировать немного мышцы тела. И традиционно, как обычно, начинаем с разминки и суставной гимнастики. Прыжки на месте, начинай! Выполняем 10 выпрыгиваний вверх. Скручиваем таз. Просто прыжки. 10 захлестов голени. Разворот на 180 градусов и возврат обратно. Закончили. Вращение головой начинай. Другую сторону. Прямые руки. Другую сторону. Предплечье. Другую сторону. Кисти. Прогнулись назад. Вниз. Скрутились вправо, влево, туловище по кругу, в другую сторону, таз по кругу, в другую сторону, колени, в другую сторону. Пятка, носок, внешнее, внутреннее. Хорошо стряхнули ноги. Выполняем 10 отжиманий, 10 приседаний и 10 раз откидываем ноги. Начинай. И ноги чуть-чуть пошире и растягиваемся к правой, к левой ноге в центр. Закончили разминку. И переходим непосредственно к основному заданию. Основное задание у нас будет стойки дзенкутсудачи, ее называют по-японски. Это передняя наклонная стойка. В ней мы будем сегодня работать над мышцами ног. Значит, стойка из себя представляет, значит, нога передстоящая у нас, колено согнуто, должно быть над пяткой. Задистоящая нога у нас, колено прямое. Стопа задистоящей ноги у нас под 45 градусов смотрит в сторону. Дистоящая четко вперед. Вес тела при этом у нас чуть вперед на носок. При этом будем ходить либо руки на пояс, либо можно руки держать у головы. Я предпочитаю, например, руки держать у головы. Что мы будем делать? Будет у нас, как всегда, три уровня сложности. Это первый уровень для начинающих, второй уровень средний и третий уровень для продвинутых. Значит, перемещаться будем в стойке дзенкутсудачи и отрывать колено, отрывать пятку, и колено будем тянуть вниз. Выполняем шаг, поворот носка, шагаем вперед, присели, пятку оторвали, вернулись. Поворот носка, присели, поворот носка, шаг вперед, присели. После этого, если у вас расстояния недостаточно,
вы разворачиваетесь в другую сторону. Произвольно. Развернулись, шагаем дальше. Поворот носка, шагнули вперед, оторвали пятку. Развернулись. И таким образом мы делаем начинающий уровень. 30 шагов. То есть шаг — это значит шагнули вперед, оторвали пятку, вернулись обратно. Это один шаг. 30 начинающий уровень, 40 средний и 50 работаем продвинутый уровень. Как и говорил, лучше всего это задание выполнять 2 раза в неделю. Например, выбрали 2 дня, вторник, четверг. Сделали вторник этот комплекс, четверг этот комплекс. Потом полнедели где-то отдыхаем. И будет традиционно на следующих выходных следующий комплекс. Все, спасибо вам за участие. После того, как сделаете этот комплекс 30-40-50 раз, в зависимости от уровня, обязательно порастягивайте ноги. Можно посмотреть прошлый комплекс, как в начале. Можно поворачивать таз коленом вниз. В разные стороны по 2 минутки хотя бы на 1 ногу. До новых встреч. Спасибо вам. Ставьте лайки, комментируйте. До свидания.